Юра, мы сегодня с подружками в клуб собрались, ты не против? Лиз, ну разве я смею ограничивать твою свободу? Ну, конечно, иди. Куда намылилась-то? С подружками собралась. Тусить, говоришь, собралась? Как собралась, так и разобралась. Никуда не пойдешь. Этот год был очень урожайным. Несколько машин, 3 квартиры. Так ты ресторатор? Я бы так не сказал. Называй меня просто инвестор. Вау. Юр, смотри, сапожки пересмотрела. Добавишь мне 10 тысяч? Лиз, ты в своем уме вообще? У нас кредит через 2 дня платить. Мы не можем себе этого позволить. Ну что, моя Ундина, ты готова к нападению Тевтонского ордена? Бегать не пойдем? Да, погода вообще не летная что-то. Там на самом деле от бега вреда больше, чем пользы. Так что. Да тоже что-то такое слышала.